включаю глаза. И сегодня мне в душе темнее, чем вчера. День это дня, мне все хуже и хуже. Мне грустно, противно. Покушай взгляд, замороченный вид. Вонючий середин, душу проник. Оставили все, я как загнанный свет. Бегу не с поплювом, мальчик, ответ. В семье, где 10 детей, христианская семья. До того, как мне стало 14 лет, я ушел в мир. Как все молодые люди, я хотел узнать, что такое настоящее счастье, так как я не видел его в церкви, я не думал, что церковь его может даже дать. Пришло время, я на самом деле попробовал наркотик. Я стал просто сильно агрессивным человеком. Я выступал против любой власти. И в конечном итоге начал воровать машины, чтобы добывать деньги. Я не мог не своровать машины, даже если она мне не была нужна. Я просто получил какую-то одержимость. Когда я должен был оказаться в тюрьме, я просто вставал на колени там, а я молился, говорил: «Бог, пожалуйста, спаси меня, буду тебе служить». И после каждого такого, скажем, экспириенса я приходил в церковь. Проходило просто буквально неделя, две, три, месяц. Я обратно ворачивался к старым друзьям, мы обратно ворали машины, обратно наркотики, обратно отели, обратно разбои. И обратно и обратно я вертался в мир. Вставал, других поднимал, все силы отдал, никого не поднял. Как тебя мне спасти, когда сам тону? Основание найти, когда сам в лесу. Там, куда я иду, людям не жить. Детей не рожать, любовь не дарить. Жене изменять, убить и стать. Своей собственной рукой приговор подписать. Было очень много моментов, когда я говорил: «Бог, помоги мне». Я приходил в церковь, но я там что-то не находил. То есть никто не интересовался лично мною. Больше интересовалась церковь. У них есть своя адженда, у них есть свои какие-то правила, у них есть своя какая-то тема. Они говорят: «Если хочешь, вписывайся вот в это, вот это, вот это». Все, что церковь могла мне предложить, это участвовать в хлебопреломлении, это быть христианином и сдавать десятины. И на самом деле это мне ничего не давало. Я хотел получить что-то такое, чтобы коснулось моего сердца, коснулось моей внутренности. Были отдельные личности, которые касались меня, но не было такого человека, который бы стал рядом и сказал: «Я, Влад, я готов стать с тобой рядом, я готов тебя любить, я готов тебе помогать со всеми твоими проблемами». Я искал в жизни счастья, не нашел ничего. Помоги, если можешь добиться своего. Я давно уже умер, не родившись на свет. Жизнь прожил, не увидел, есть Бог или нет. Я искал в жизни счастья, не нашел ничего. Помоги, если можешь добиться своего. Очень редко попадаются личности, которые готовы взять просто парня и убивать свое время на него. Общаются с этими парнями, служат им, любят их, показывают им Иисуса Христа. Когда ты приходишь в церковь и говоришь: «Вот программа, служить этим людям», они говорят: «Слушай, все равно маленький процент их меняется». Мы весь свой фокус свели не на неверующих, а на верующих. Мы насколько занялись собой, насколько стали самолюбивы, что эта молодежь, она просто как приложение. Мы на молодежь смотрим и говорим: «Это будущее». Мы даже не понимаем, что это настоящее. То стандарт, который ставила церковь для меня, они сами же его не выполняли. Они говорят о таких высоких делах. Они сколько так ставят Бога высоко, что да, они чуть ли там недосягаемы, как сам Бог. Они не могут сесть с тобой нормально сказать, что: «Влад, смотри, у нас тоже есть такие проблемы». Они никогда ни с кем не поссорились, они никогда никого не обманули. Как будто бы они сама святость. И ты должен до них дотянуться. И я как бы, получается, пробовал дотянуться, а потом раз —
смотришь и упал, и думаешь, не получается у меня быть таким, какой-то служитель. Боже, в моей жизни, когда просто служитель, он сидел, сел со мной нормально и сказал, Влад, говорит, у меня тоже эти проблемы, с которыми я страдал. Я говорю, сейчас за служителя, которого можно назвать апостолом. Он сказал, Влад, я вот здесь боролся, Бог мне помог преодолеть вот таким-таким образом. Это совсем другой подход. Мы же читаем людей. Бог нас создал. Он дал нам просто такое внутреннее чувство, что мы видим, как, что правда, что неправда. Ты можешь сразу увидеть, человек честный с тобой или он с тобой нечестный. Мы сейчас вырастаем в совсем другом мире, чем выросли старшее поколение. Если старшее поколение, я боялся сказать слово «секс», то сегодня это слово уже, возможно, в первом, втором или третьем классе наши... Оно стоит в учебниках. То есть старшее поколение не образовало себя и не подготовило для того, чтобы ответить на проблемы молодежи сейчас. Как-то бы хотелось бы просто честности, хотелось бы просто правды. Или просто, если не знаешь, скажи, я не знаю ответ на твою проблему. Каждый молодой человек, он задает вопрос, кто я, откуда я, куда иду, почему. Мы ищем значимость. Мне кажется, что много молодых людей, они ходят из церкви, потому что они не находят ответ. Церковь. Она очень часто не заинтересована молодыми людьми, чтобы взять их, быть с ними и выявить их недары, выявить их таланты, выявить их все, что Бог, для чего Бог их создал, и помочь им войти в свое призвание. Молодая девчонка, молодой парень, если они понимают, для чего Бог создал, им не надо будет искать наркотик, чтобы получить счастье. Ей не надо будет становиться проституткой. Ей не надо будет, потому что она не получила любви, она будет получать любовь от самого Бога. Молодежь не будем заниматься. Молодежь, она поймет, кто она в Боге. А кто может им сказать, как не церковь? Если церковь не может сказать, то дьявол, он им говорит, что настоящий фан, настоящее услаждение, настоящий кайф – это я.